Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем привет! С вами снова я, Дезертирка, и мы продолжаем нагнетать атмосферу ужима. Правильно, именно ужима мы и нагнетаем. На самом деле, нагнетать атмосферу страха, ужаса и все такое в игре Murder at Soul Suspect. Да, вот так вот будет правильнее сказать. Ну, а на самом деле мы просто бегаем, изучаем город и потихоньку продвигаемся по разным заданиям разного типа. Надеюсь, вообще интересно смотреть. Мне все-таки хочется в это верить. Поэтому я просто беру и прохожу по своему усмотрению как-то. Котейка! Круто, мы котейка, мы маленькая котейка. Мяу! Мы опять маленькая котейка. О, как она про... А, слышите, она про... Вон оно чё. То есть на shift нажимаешь, она так, короче, прыгает. Слушайте, офигенно просто. Блин, да это... Самая крутая хренотень, которую я видел. Разработчики просто офигенные. Ребят, разработчики просто... Блин, я их уже обожаю. Мужики, вы крутые. Тыщ. И кошака. Кошака спрыгнула. Вот. Пока. Котей, пока. Так, и нам нужна заправка. Насколько я помню, мы в прошлой серии остановились примерно на этом. Надо будет ее сейчас найти, наверное. Еще не можем войти никуда. Везде для нас все закрыто, заблокировано. Ни одна дверь не открывается. Кстати, посмотрим. Не открылся ли для нас тот проход? Ну, вы помните, о каком именно проходе я говорил. Понятно, проход для нас не открылся. А вот этот проход для нас как раз наоборот открылся. Но не принес, в принципе, ничего важного. Поэтому, по сути, не имеет значения, что он открылся. Удалить бочки. О, мы нашли фото. Фото семьи Кэн Нельсон. Мы не раз говорили, что свечей и керосиновых ламп в доме Кэрол слишком много. Она обожала полумрак, особенно во время сеансов. Нет, она не относилась к ним серьезно, просто хотела пообщаться с покойными знаменитостями. Окей. Окей. Так, собственно говоря, здесь, наверное, еще где-то кошка есть, я так думаю. О, что-то. Причина смерти Кэн-Нельсон. Причина смерти — шок, вызванный ожогами. Керосин из лампы покрывал одежду, руки и лицо. Скорее всего, произошла утечка керосина, который затем вспыхнул. Окей. Я, кстати, еще одну штуку нашел, походу. Взглянуть на свою жизнь. Уличные драки. Странно, что я вообще прожил так долго. Воу-воу-воу-воу. Даже странно, как часто на меня все наезжали с самого начала. Сперва хотели просто поставить на место, потом пытались доказать, что они сильнее. Разве им никто не говорил в детстве, что нельзя будить спящего медведя? Ну, в общем, мы частично будем периодически, скажем так, показывать сами себя, наверное, я так понимаю. И... Ну, в смысле, не показывать сами себя, а находить больше информации о себе. Родственников не выбирают, но строить отношения с ними можно по-разному. Сегодня ужинала с Рексом и Ронаном, двумя мужчинами в моей жизни. Каковы были шансы, что эти двое станут лучшими друзьями, почти братьями? Они открыты и честны друг с другом, и когда они вместе, я открываю их для себя с новой стороны. Я так этому рада. Ну вот видите,
Так что, в принципе, я так понимаю, Ронан очень даже хороший парень, и все могло бы сложиться немножко иначе, не будь он таким настырным. А причина смерти Эгрейс. Жертва погибла от удара, то при этом на нее упал книжный стеллаж в магазине. Ну как-то это совсем печально. Ладно, котейка, я в тебя вселяюсь, мне надо посмотреть, куда я могу с помощью тебя, дорогой мой друг, забраться. Девочки, маленькие девочки. Так, прыжок, прыжок. Побегаем немножко. Полезем вверх. Давай, котейка, будь крутой. Мяу. Будь крутой котейкой. О, слушай, я призрака нашел. Видите как. Хдыщ, покинуть тело. Ой. Вселиться нет, спросить. Мисс, что... Что тут случилось? Похоже, как будто там ребенок. Помоги мне. Он ведь умер. Но я до сих пор чувствую, как он растет. Как хочет вырваться. Стоп. Это ты сама? Ты убила своего ребенка? Ты не понимаешь. С ним что-то было не так. Это был не человек, а что-то совсем другое. Что-то ужасное. Что ты вообще несешь? Мне показали будущее. Жуткие картины. Это был единственный способ все предотвратить. Но я опоздала. Их уже было не остановить. Я вижу, как они выбираются наверх, из пламени. Надо бежать! Найти способ двинуться дальше тебе не спасти. От этого никому не убежать. Если хочешь совсем покончить, заставь себя посмотреть правде в глаза. Не могу. У меня нет выхода. Осталась только тьма и огонь. От этого ада никому нет спасения. А дети на нас смотрят. То есть я двигаюсь, а они на меня смотрят. И это напрягает, честно говоря. Так. И мы снова вернулись к тем бочкам, которые я создал. Кстати, могу ли я убрать дверь? Да, я могу удалить вот эту дверцу. И это опять нам ни к чему такому не приведет. Хотя я понял то, что я, скорее всего, могу удалить и ту злосчастную дверь, потому что она тряслась и трясется. Но, скорее всего, с другой стороны я могу удалить, а не с этой. Итак, так, друзья мои. Я пока сейчас даже не знаю, что мне делать дальше. Я так и не понял, как найти бензоколонку. Честно говоря, даже не знаю, где она. Поэтому мне сложно судить, что там было. Ну, наверное, я потихоньку пойду к церкви. Так, как бы мне вот туда вот пробраться? Я думаю, что вот где-нибудь здесь я смогу пробраться на ту сторону, и все будет хорошо. Нет, это тупик, к сожалению, это тупик, ребят. Значит, я не в правильном направлении иду. Ну, это тоже своеобразный плюс, наверное. Давайте пройдем обратно. И, кстати, можем еще одной кошкой погонять наверх, там посмотреть, что можно сделать. Кто не понял, если нажать Shift, то кошка побежит, и все будет хорошо. То есть, когда она бежит, она будет прыгать. Собственно, а это нам и надо. Это нам и надо, так что все хорошо. Так, где церковь? Я что-то... Церковь. Ага, вон туда. А у меня, кажется, глюк был только что, но окей. А, чтобы дойти в церковь, нам нужно пройти вот сюда. Здесь, ух ты, куча всего лежит. Обнаружить, взглянуть на свою жизнь. День, когда все потеряло смысл. Навсегда не получилось. Мне до сих пор жутко об этом вспоминать. Я практически сразу будто выпрыгиваю с тела и вижу себя со стороны. Она пыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице. Один из них в ответ ударил ее ножом, просто так.
Она умерла, потому что хотела помочь людям, а убийца скрылся. Если бы я подоспел хоть на минуту раньше, моя жизнь была бы совсем иной. Все было бы лучше. И она была бы жива. Вот такие вот неприятные истории. Его любимую убили. Это неприятно. Враждебность Бакстера. У моего мужчины на работе был тяжелый день. Рассказал он об этом далеко не сразу. Похоже, этот тип, Бакстер, относится к Ронану враждебно, и он ничего не может поделать. Удивительно, откуда только злоба, откуда столько злоба, ведь Ронан ничем его не обидел. Однако Бакстер, кажется, составил окончательное мнение о Ронане, и теперь его не переубедишь. Бывают же люди. Да, Бакстер, ты еще скотина. Ладно, послушать. Ведь правда, Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий, но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну что, он своего же убил? Это как-то уж... С этой работы я каждый день убеждаюсь. Люди способны на все. Взаимная вражда Бакстера и Ронана. Есть подозрение, что Бакстер мог из ненависти убить Ронана. Ну а что, в каком-то смысле это мотив. Так. Давайте-ка пройдемся дальше. Ох ты ж. Что здесь делает лодка? Нет, ну серьезно, что здесь делает лодка? В месте, где, собственно, и судостроительного места нет. Точнее, места для судостроения. Так, и зачем делать здесь такой тупик? Тоже непонятно. Ну ладно, мы посмотрим. Ага, join us! Да, идите, присоединяйтесь к нам. Сказали бы нам священники. Ну, никого вроде рядом нету. Церковь находится вон там, вдалеке. Давайте вселимся в девушку. Вот если бы призраки действительно существовали, то они вселились бы в тебя. Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Ух ты ж мать. Ну ладно. Вон там что-то желтенькое. Что-то желтенькое. Уже значит, что что-то хорошенькое. Тату с машиной. Про татуировку угон автомобиля я и спрашивать не стала. Ненавижу ее. А липоватая, грубая, пошлая. Он чувствует, что я ее не одобряю, но, похоже, тут уж ничего не поделаешь. Такова судьба всех тату. А каждый когда-нибудь придется пожалеть. Ну да. Вполне возможно. Продолжаем изучать город. Мы обнаружили еще одну канистру. Еще одну канистру. Так, что-то здесь... А, просто укрыться. Окей. Просто можно укрыться. А, удалить. И мы нашли еще одну канистру. Не, так скоро все соберу. Слушайте, ребятки. Прям, ну, правда, я до сих пор не знаю, как там одну из канистр взять. Но я думаю, я разберусь с этим. Как-нибудь разберусь. Так. Ну а пока... пока я даже не знаю. Где я? Так не должно быть. Я даже не знаю, как сюда попал. Я просто хочу домой. Послушай, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но... похоже, тебе нужна помощь. Я не знаю, как здесь очутилась и что это за место. Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Извини, малышка. Но если ты здесь, значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я не знаю, с чего тут можно начать.
Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню, было много людей и шлюпку. Все напуганы, а перед глазами название «Монагансет». Уже кое-что. Поработаю с этим. Итак, похоже, она мало что помнит. Интересно, что такое «Монагансет». Так, собрать. Свидетель видел глаза. Свидетель только мельком видел лицо подозреваемого, однако, похоже, это белый голубоглазый мужчина. Ну, что ж. Обнаружить, что это изучить. Фото в рамке. Просто офигенно. Фотография выживших после крушения Монагансет. Ага, вон оно что. Свечи. За годы здесь скопилось множество свечей, большинство похоже на церковные. А вот и некролог. Газета. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп. А некролог девушки. В нем сказано, что перед смертью она плыла на шлюпке к тонущему Монагансет. Что она делала в шлюпке? Сейчас узнаем. Так, записка. Изучить. Нам будет тебя не хватать. Ты настоящий герой. В записке говорится, нам будет тебя не хватать. Настоящий, ты настоящий герой. Окей. Похоже, многие обязаны ей жизнью. Изучить. Похоже, какой-то мемориал. Похоже, что кто-то принес сюда подарок, знак благодарности. Может, это как-то связано с девушкой? Тут должно быть множество свидетельств того события. Найду другие вещи, все пойму. Ну, я так понимаю, что корабль — это немного не то, что стоит искать. А вот остальные свидетельства, в принципе, поискать можно попробовать. Хотя почему-то я чувствую, что их не так много, как кажется. Да и, собственно, скорее всего, это все. Но суть в том, то, что девушке не повезло и как умерла женщина. Некролог в газете, мемориал на берегу, букет цветов. Букет цветов. Некролог в газете. И... Чёрт, неверно. 5 из 5 улик, то есть я, в принципе, нашел все раз... Так. Что? Неужто выжившие все-таки? Ну да, видимо, выжившие — это и есть ответ последний. При крушении Монагансет она была не жертвой, а героем. Успела многих спасти, пока ее шлюпка не затонула. Она много значила для этих людей. Что-то узнал? Слово, что ты запомнила. Монагансет. Это название парохода, который затонул в гавани Салема. Если бы не ты, многие бы погибли. Ты герой. Если я всех спасла, то как же я погибла? Нет. Ты спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Мне жаль. Нет, жалеть не надо. Благодаря тебе печаль и страх ушли. И я горжусь собой. Если бы не ты, я бы ничего не узнала. Благодарю тебя от всего сердца. Рад, что помог. Ну вот еще один дух обрел покой ради блаженства и всего прочего, и все благо нам.
Хорошо помогать духам, наверное, но что-то этого маловато. Надо что-то интереснее сделать. Надо по сюжету, что ли, чуть-чуть подальше пройти. Но на самом деле, сейчас мы попробуем в сюжет пойти, потому что церковь вон там, я скоро туда пойду и просто хотел посмотреть, есть ли здесь что-нибудь, но не оказалось здесь ничего интересного, поэтому сейчас мы направляемся к церкви, дабы узнать, что там интересного. Тем более, что я вижу там много записок, много какой-то фигни всякой, поэтому будем изучать. Табличка «История пиратства». Отсюда видна любимая бухта каперов, действующих в этих водах во время войны за независимость с негласного разрешения континентального флота. В Салеме стояло много быстрых, хорошо вооруженных кораблей, которые нападали на суда Королевского флота Великобритании, пытавшихся заблокировать гавань Бостона. Вот видите, Салем более-менее боевой такой городок, я вам даже бы сказал. И что-то мы здесь еще обнаружили. Я никому так больше не улыбался, Джулия. Фото на пляже. То счастье, которое Джулия напомнила... Да что ж такое-то? То счастье, которым Джулия наполнила всю мою жизнь, невозможно выразить словами. Вот такие вот приятные воспоминания. Собрать на пляже. Фотографии на пляже получилось на удивление хорошо, несмотря на то, что уже после стемнело, что уже почти стемнело, особенно удачным был снимок Ронана на фоте заходящего солнца, лица не видно, только четкий и мужественный силуэт. Это фото запросто могло бы стать рекламой пляжей Салема. Да, вот так вот, еще 38 историй мы узнаем о себе и будет весело. Что ж, переходим в церковь и смотрим, что там нас ждет. Когда ты в бегах, нужно укромное место. Место, где тебя никто не достанет. Но от вопросов не убежишь. Они всегда тебя настигнут. Освещали, освещали, а дверь закрыть забыли. Ну что ж, мне нужно выяснить, где свидетель. Давайте потихоньку изучать. Итак, что-то обнаружили. Пила. Неожиданно. Необходимо еще 10 для полной картины событий. Оу. Вот туда лучше не ходить. Так, давайте поднимемся наверх и просто посмотрим, что здесь есть интересного. Так, можно укрыться. А, то есть подбежать, дать возможность вылезти. Вэй, спасти. А, понял, все, окей. Нафиг. А вот еще одна пила. Вот видите, не зря сюда прошел. Заодно познакомился с тем моментом, как можно спастись из всей этой хренотени и заодно понять. Оп. Вот так можно все это проходить. Табличка «Сгоревший дом священника». А здесь стоял первый дом священника церкви святого Бенедикта, сгоревший в 1902 году. Неплохо, так я вам скажу. Неплохо. Так, больше здесь я, в принципе, ничего такого не вижу. Поэтому мы будем изучать все это дальше. Собрать. Табличка «Орган». Но я думаю, что это все-таки орган. Этот орган восстановлен в 1919 году. Посвящается всем прихожанам, погибшим в Первую мировую. Вот так вот. Салем чтит прошлое. Это приятно. Так, ну что же касается нас. А, черт, я упал. Ладно, обнаружить. Оп. А вот, кажись, и... Так. Спросить. Это плохо пахнет. Это показалось ей ужасным. Стоп. Она, как и я, считала тебя уродом? О, нет. Нет. Она ничего не знала. Зачем все портить? Значит,
Ты за ней следил? Кроме меня ее никто не ценил. Все эти мужики, с которыми она знакомилась в барах, свиньи. Я от них избавлялся. Ради нас. А один оказался тебе не по зубам? Нет. Они все были пьяны и беспомощны. Но один раз я за ней наблюдал и въехал в сугроб. Выхлопные газы не учуял. Раз и я тут. Если честно, это просто великолепно. Никаких тебе стен и замков. Можно следить за ней. За каждым движением. Всегда. Да. Люди таки бывают немножко странными. Что это было? Я что-то слышала. По крайней мере, здесь светло, и вокруг много людей. А, и не людей. Итак, ворона, что же ты здесь делаешь? Почему я не могу тебя никак... Ладно, неважно. Так, собрать. Я по-прежнему его люблю. Такой уж он человек, я ничего не могу поделать. Стараюсь с ним не сближаться, поступать разумно, выбрать человека, с кем у меня была бы нормальная жизнь, но постоянно думаю о Ронане. И ничего не могу поделать. Не могу. Это она, настоящая любовь. Вот так вот. Вот такой вот Ронан у нас добрый чувак, которого... Она полюбила и погибла. Господи, обрати к тебе и сердца врагов наших, если же невозможно. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот зубер посмеет прятаться рядом с церковью. Так, вы можете говорить по одному. Шляпа Ронана. Позавчера вечером мы вместе смотрели черно-белые гангстерские фильмы. Не могу поверить, что раньше он их не видел. Мне понравилась романтическая линия, а ему экшен. На следующий день я купил ему фетровую шляпу. Сначала он смутился, но потом быстро к ней привык. Она ему очень идет. Думаю, он теперь никогда ее не снимет. Да ты прям боярский, мать твою. Ладно, посмотрим. Взглянуть на свою жизнь. Обещание, о котором я никогда не жалел. Женитьба на Джулии. Лучший день моей жизни. Мы с самого начала знали, что все закончится подобным образом, рано или поздно. Ну вот, видите, у них вполне себе нормальная семья. Получилось бы, если бы не. В принципе, как всегда и бывает, и мы нашли еще одну пилу. Ха-ха! Мы прям молодцы. Почему мы, не знаю, но мы молодцы. Где же она? В той квартире что-то указывало на церковь? Я не помню, что там указывало на церковь. Следы борьбы, пропавшая девочка, церковь. Наверное, церковь указывала на церковь. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. У нее комната на чердаке? Надо проверить.